В станице Северской состоялся автопробег в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Открылась акция на площади Северского дома культуры. Перед началом мероприятия ко всем присутствующим обратился глава муниципалитета Адам Джарим. 75 дней остается до 9 мая, дорогие друзья. 75 ударных дней мы объявляем с сегодняшнего дня, чтобы каждый день работал, каждый на своем месте, двигался вперед, отдавая все силы для того, чтобы мы достойно встретили день великий, день победы нашего великого народа в этой войне. Поэтому еще раз всех призываю, чтобы каждый день он был таким трудовым подвигом для нас с вами. Спасибо. Продолжилось мероприятие демонстрации автомобилей, принимающих участие в автопробеге. В рамках акции «Эстафета памяти» прошла торжественная передача советом ветеранов двух капсул Северскому историко-краеведческому музею, землей с мест сражений, проходивших на территории района, и посланием ветеранов войны потомкам. До 9 мая капсулы будут храниться в музее, а потом их передадут в музей имени Фелицина. В год столетия Победы в 2045 году капсулы вскроют. После завершения официальной части состоялся долгожданный автопробег. Колонна автомобилей, среди которых были и раритетные модели, торжественно проследовала от Дома культуры до районного центра.